Выезжаем с улицы Планерная на улицу Асина. Направляемся на юг к улице Кирпичная. Переулок Новый. Напомню, едем по улице Азина. Поворачиваем на улицу Депутатская. Улица Полевая. Сворачиваем на улицу Кирпичная. Хотели снять улицу с конца, но ошиблись при въезде с улицы Азина. Возвращаться обратно не будем, снимем эту улицу полностью позже. Улица Инструментальная. Колхозная. Thank you.
улица Автономная. Улица Областная. Улица Нагорная. А по левую сторону улицы тянется стена автогаражей. Начался крутой спуск дороги под гору. Улица Саратовская. Под нами проходит речушка Драгуновка. Въезжаем в зону промышленных предприятий. Труба теплоэлектроцентрали.
улица Кирпичная здесь заканчивается. Выезжаем на улицу Восьмая. Улица Восьмая коротенькая. Проедемся по ней. Пропускаем транспорт, едущий сзади. Летит. Трубы теплоцентрали ТЭЦ. Топливные емкости ТЭЦ. Пересекаем улицу Новоажимова. Металлургический завод «Ишсталь». Южная автопроходная завода. Улица Восьмая здесь закончилась. Идем на разворот. Выезжаем на улицу Новоажимова и на этом съемку прекращаем.